ЦСКА хорошо прошлый сезон заканчивали гамбургерами. Этот сезон начинаем мороженым сладким. Очень хочется, чтобы этот сезон тоже получился сладким, и нам не было нужды в июне или в мае каким-то образом стараться его подсластить. У меня очень положительное впечатление от поиска чего-то нового. Очень приятно какие-то новые, ну не новые места, конечно, посещать, но вот посещать клуб в новых местах. И особенно антураж вот этот непередаваемый, когда знакомые места окрашиваются в красно-синий цвет, это, конечно, очень приятно. Мне очень нравится, что вводятся какие-то новые вещи. Вот в этот раз это куб был, вот этот медиа. Опять же, повторюсь, поиск чего-то нового, по-моему, всегда хорошо. Это идеальная традиция. Я считаю, что, во-первых, это приятно болельщикам, нам тоже. Встреча, раздаем автографы, хорошая атмосфера, интересные вопросы. А что конкретно вы хотите приобрести из экипировки группы «Девки»? Она как бы не, так сказать, не в массовой распродаже, но я могу поспособствовать приобретению каких-то отдельных частей группы «Девки». Мне толстовки нравятся очень. Что нравится? Толстовки, лосины. Толстовки. Так все красиво. И больше ничего. И не, лосины тоже красивые. Толстовку и лосины. Хорошо, вы придете на первый домашний матч? Да. Вот вы меня найдите, толстовку и лосины я вам подарю. Вопросы, которые были адресованы к нашим новичкам, потому что мы их еще не знаем, и эти вопросы позволяют нам ближе с ними познакомиться. И также понравилось, что многие игроки относятся с юмором к довольно непростым вопросам. Понравился ответ Андрея Воронцевича про песни тренера, которые являются его любимыми. Многие иностранцы, в том числе Отелло, который никогда не смотрел Отелло, и Уилл, который не готов открыть свой барбершоп. Болейте за нас, а мы будем играть и выигрывать для вас.